У вас рядом с видео, точнее под видео, будет ссылочка, кликайте по ней и переходите на этот сайт. Именно с этого сайта необходимо устанавливать Android Studio. Android Studio – это среда разработки, предназначена именно для создания Android-приложений, но также Android Studio подходит и для создания кроссплатформенных приложений. Это когда приложение сразу разрабатывается под систему Android и под iOS. Там нужны будут дополнительные плагины, это уже другая совсем история. У нас курс по Android-разработке, поэтому вам нужно скачать Android-приложение. Здесь публикуются самые последние версии. Самая последняя версия – это версия 4.0.1. У меня стоит версия 3.8, по-моему, она с ноябрьская прошлого года, поэтому мне тоже нужно будет обновить свою Android Studio. И, кстати говоря, для обновления на будущее вы также должны скачивать новую версию. Итак, для скачивания мы кликаем вот по этой кнопке, соглашаемся со всеми условиями и кликаем по кнопке. Нам предлагают услугу варианты сохранения. Ну, я сохраню на рабочий стол, сохранить. И вот пошла загрузка установочного файла Android Studio. На это вам потребуется некоторое время, потому что весит это Android Studio 872 мегабайта, поэтому встретимся после того, как скачается Android Studio.